Ну вот, девочки, мы дошили наше пальто, прикрепили плечики, сделали отделочные строчки. Теперь дошла очередь до пуговочек. Пуговочки у нас вот такие вот. Первая петелька помечена белой ниточкой, последняя тоже помечена белой ниточкой. Разбрасываем наши пуговочки так, как мы хотели бы их видеть. И измеряем расстояние между первой и последней. У меня 34 сантиметра, возьму 33. Вот, 33 сантиметра отметила. Значит, мне нужно 33 разделить на 3, получится 11. Следующая пуговочка вот здесь, следующая пуговочка вот здесь. После того, как я разделила ровненько эти пуговочки, мы берем вот такую вот линеечку и начинаем перпендикулярно рисовать длинную полоску для того, чтобы разметить, чтобы мы ее видели в окошке автоматической петли. Вот так, перпендикулярно, вот так и вот так. А теперь начало петли. 5 миллиметров от центра в сторону края борта. Вот у нас центр, вот мои 5 миллиметров. Я вот так вот откладываю один раз, второй, третий и четвертый. Все. Сейчас от этой точки вот сюда, от этой сюда нужно делать петельки. Или, если мы боимся, что мыло пропадет, поставить ниточки, Сонечка, и потом сделать. Вот такой вот у нас получился, вот такое вот у нас получилось пальто. Сейчас еще оденем, примерочку вам покажем. Всем добра!